Поскольку кампус наш, насколько я понимаю, находится в черте города, да, это да. часть сколько пространства, то вот как раз интеграция его в город во многом определит успех этого проекта. Да, проще говоря, есть ли вокруг забор с КПП и паспортным контролем и турникетами, или его нет? Кампус является городским пространством, он не отгорожен, не выгорожен, это не резервация для студентов, преподавателей. Вот. Это значит, что всякий человек может зайти на территорию, и, соответственно, вот возвращаясь к идее, да, что там есть и бизнесы, да, там есть и культура, там есть много чего, чем может воспользоваться всякий городской житель. Uh-huh. Стало быть, кампус становится важным фактором, да, развития города в целом.